А теперь раздел коротко о главном. Опасно ли выходить замуж за иностранца? Опасно, мои дорогие, очень. Точно так же, как и за нашего славянина. Разницы нет никакой. Только что страну менять. Ну, никто же вас не держит. Собрались, уехали. Но прежде чем выходить замуж, надо думать, за кого идти замуж. Смотреть, как человек относится к вам, к родителям, к детям, к окружающим вас людям, в частности, к официантам, очень хорошо человек себя проявляет, обратите внимание, к обслуживающему персоналу. И опасность точно такая же, как у нас, поверьте мне. Разницы же нет. Нету. Поэтому не нужно бояться, а нужно жить, нужно рисковать, нужно что-то делать, не сидеть у моря, не ждать погоды, а все-таки пойти и поплавать, правда? Так что такие дела. Желаю вам успехов!